Когда две империи воюют, вина лежит на обеих сторонах. Ты все равно предатель, бесполезный Такусу. Мы были детьми, втянутыми в межгалактическую войну против врага, которого никогда не встречали. И явно не придерживались высокой морали. Рокки, чего ты хочешь? Где Томми? Томми Оливер — призрак. Ты никогда его не найдешь. Даже я не знаю, где он. Тебе не идет цвет брехни. Я предпочитаю розовый. Раз уж решила умереть, я бы предложил сделать это с честью и достоинством. Быстро же ты переметнулся. Ты бы дождался, пока нас распустят. В ту же секунду, когда Империя Машин внедрила свои технологии в наше общество, мы должны были пожертвовать свободой, чтобы не умереть. Так ты воткнул нам нож в спину. Я следовал единственному правилу, которому надо следовать в этой адской яме. Убедился, что я на стороне победителей. Вот почему я сижу здесь, а ты прикована к стулу. Удобно? Ты никогда не был одним из нас. Спасибо. Кто бы мог подумать, что для детей, вооруженных и обученных убивать, все может закончиться так неприглядно. Мы были командой. Мы сражались друг за друга. Ты никогда этого не понимал. Расскажи мне о Джейсоне. Что именно? Вы были женаты? Всего 8 часов. Знаешь, почему они так поступили? Достало, что меня дураком выставляют всякие твари. Толстый! Тонкий, вы нас продали! Империя машин хороша в расчетах. В этом все дело. Ты знаешь, что происходит с собакой, которая наконец догоняет машину? Она не знает, что делать. А теперь перейдем к Заку. Хороший парень. Спортивный. Немного гиперактивный. Знаешь, чем он в итоге занимался? Выпускал какое-то шоу по телеку. Хип-хоп Кидо! Кидо! Жми! Выкинь булку! Качай пресс! Работай! Соберись! Качай! Бей! Бей! Давай! Жми! Он знал, что ему поклонялись. Ему не нужны были деньги. Он жаждал действия. Это была его отдушина. И ты думаешь, что, подавая ложную надежду толстым детишкам, он утолил свою жажду? Ты знала, что он присоединился к Империи Машин? Ища сражения, он сам вызвался помочь с уничтожением остатков сопротивления. Выдайте мне генерала, и останетесь живы. В противном случае... Я тебя знаю. Ты тот чувак из телека. Да? Это что, шутка какая-то, брат? Черт. А я знаю, что вы, ублюдки, пиратите и мое дерьмо. А тело у тебя классное. Убейте его. О! Есть последнее слово? А? Время трансформироваться. Thank you.
Большинство людей предпочитает идти легким путем. А есть такие, как вы, которые не чувствуют себя живыми, пока их шансы не близки к нулю. Я знал, что ты доберешься до меня. Все нормально. Покончи с этим. Это тяжело. Видеть, как твоих друзей убивают одного за другим. Особенно, если это делает один из своих. Что за хрень ты несешь? А ты подумай. Они приказали Томми биться против нас. Затем он их предал, сменил сторону, они пытались его убить. Потерял свою силу, вернул ее, снова потерял и так далее. Я рад, что я не его мозгоправ. Что ни говори, но машины хотя бы не изменчивы. Причем здесь я? Ты всегда нравилась Томми. Вчера он нанес визит Билли Крэнстону. Но не волнуйся, я думаю, мы все знаем, что ты вряд ли его трахала. Наш союз империи машин повлечет за собой новую эру в производстве. Мы начнем массовый выпуск наших фирменных мечей-бластеров для Советского Союза на сумму 1,5 триллиона евро. Твою мать, Билли. Что ты наделал? Ты сошел с ума! Томми не убивал никого из нас, он рейнджер. Ты просто забыл, что это значит. Как ты думаешь, почему они дали эти силы детям? Потому что только мы могли остановить Риду и... Мы были пустым местом, дура! Ради всего святого! Соберись нахрен и включи голову хотя бы раз в своей жизни! Ты больше не маленькая девочка! Где Томми? Иди ты нахрен! Ты думаешь, что защищаешь что-то действительно стоящее? Я понимаю. Технологии, машины, они всегда побеждают. Я тебе уже сказала, что не видела Томми со времен... Последнее предупреждение. Каждый сделанный нами шаг оставляет за собой отпечаток. Похороны, трени... В то время, когда правительство вело переговоры, мы хоронили своих. Я увидела его на мгновение, а потом он исчез. Прошли годы. Ты не лжешь. Ни разу не соврала и сказала все, что знаешь. Так что ты проиграл. Ай, Кимми! Ты и вправду ничего не поняла, да? Ты никогда не нужна была мне в роли свидетеля. Ты, моя дорогая, приманка. Кто ты такая? Я Кимберли. Нет. Ты не она. Я держал Кимберли на руках, когда она умирала. Так что спрошу еще раз. Кто ты? Убивай. Кали. Таня. Спи.
застрели. Ты не помнишь меня, дорогой? Того, кто когда-то сделал тебя рейнджером. Я их всех убила. И теперь мир принадлежит нам. Рина. Озвучено на студии Яскияр в 2015 году. Текст читали Таисия Тришина, Сергей Пономарев, Михаил Чиштовский и Денис Троев.